В налоговой инспекции проходят дни открытых дверей. Жителям республики, которые обратятся в службу сегодня, помогут заполнить налоговые декларации, отчитаться о проведенных операциях по продаже или сдаче в аренду помещений, ответить на все интересующие вопросы. Сдать декларацию 3 НДФЛ желательно до 2 мая. Далее обозначат срок, до которого физические лица должны внести оплату. В инспекции напоминают, если своевременно не оплатить налоги, на них набегают проценты. Для тех, кто по причине занятости не может явиться в службу, есть возможность открыть личный кабинет на сайте организации и совершать все операции в электронном виде. Для граждан, которые не имеют такой возможности, они могут воспользоваться такой услугой, как личный кабинет. То есть каждый гражданин может, сидя у себя дома, следить за тем, как уплачивать эти налоги, в какой срок и каким образом. То есть это облегченный вариант для тех граждан, которые не могут в силу своей занятости быть в срок в налоговом органе.